Друзья, лохматая душа поздравляет наших друзей из других стран, у кого сегодня наступило Рождество. Мои хорошие, всей душой, всем сердцем я поздравляю вас от имени всех наших бездомышей. Ребята, спасибо вам за то, что вы с нами. Спасибо, что помогаете. Спасибо, что участвуете в нашей судьбе. И помогаете и пристраивать, и лечить, и помогаете кормами время от времени. Ребят, спасибо вам просто за то, что вы есть. С Рождеством вас, мои хорошие, от всего сердца. Дай Бог вам, вашим семьям, всего самого-самого доброго. Спасибо за долгую, более 10 лет дружбу. Спасибо вам. Дружба, проверенная годами. Именно эти слова больше всего соответствуют тому, что я хочу сказать о моем друге Ирине. Мы начинали с ней, когда еще лохматая душа только-только зарождалась. Пристраивали по одной, по две собачки и радовались безумно, когда удавалось кого-то спасти. Ирина, я благодарна тебе всей душой, всем сердцем. В жизни в этой было все за эти годы. Но сколько же благодаря тебе мы смогли спасти? Мой самый низкий тебе поклон и самая горячая благодарность. Спасибо, моя хорошая. И благослови Бог тебя, твою семью, детей. Спасибо, моя хорошая. Что бы ни было, что бы ни возникало, я знаю одно. Ты безумно любишь животных и сделаешь для них все. И именно это меня в тебе просто восхищает и притягивает. Спасибо за дружбу. Спасибо за эти сотни спасенных жизней. Спасибо, моя хорошая. С Рождеством!